Всем привет! Посмотрите, мы едем из Крыма домой. Едем сейчас на Крымский мост. И какая пробка! Вот далеко видно будет по трассе Таврида. Вот едем уже, подъезжаем, километров 40 осталось до Керчи, к мосту. И начиная от Феодосии, вот это, может быть, это и не пробка, но вот как Таврида, ребята, идет. Видите, сколько едет людей в Крым? Посмотрите, вон там вот видно белые фары, желтые фары, все со светом едут. Огромное количество машин и нескончаемый поток движения. Поэтому, ребята, готовьтесь. Если вы сейчас собрались в Крым в начале августа, то вас ждет очень большой поток машин в сторону Крыма и затрудненное движение. Ситуация на Тавриде сейчас очень непростая, потому что работает всего лишь одна полоса. Вторую, видите, вот справа, она не функционирует. Поэтому готовьтесь, кто путешествует. Вот я сейчас увеличу маленько, снимаю с телефона. Вот, видите, вот там дальше. И все это поток навстречу машин. Машин средняя скорость, ну, километров, наверное, 40-30. И так 200 километров там до основных мест. Это до Симферополя, наверное, получается, да? Вот, смотрите, ребята. Все это трасса Таврида на 5 число. Так, нет, сегодня 4, получается, вечер. На 4 число 2019 года, 4 августа. Ребят, смотрите, еще и дождик идет. Очень большой поток. Сигнал GPS потерян. Большой поток, ребята. Будьте готовы, что ехать будете долго в Крым. Все, ребята, надеюсь, информация кому-то полезна.